Всем здравствуйте! У нас сегодня вашему вниманию мы представим вот такое растение, называется оно кроссандра. Это растение семейства акантовых, и в переводе с греческого у него из двух составляющих состоит имя, это мужчина и бахрома. То есть это от бахромчатости вот этих песен, видимо, какая-то есть связь. Что у нас по уходу? Кроссандра, надо всегда помнить, что любит солнечное местоположение, то есть мы держать ее должны исключительно на подоконнике. Это раз. По грунтам она любит хорошую аэрацию почвы. Соответственно, в грунт мы должны в торфяной грунт добавить немного перлита и вермикулита, чтобы была хорошая воздухопроницаемость у почвы. По температуре от 18 до плюс 28 градусов, то есть она такая терпеливчик, любит и теплые температуры. По опрыскиванию, ежедневное опрыскивание фильтрованной водой, но не по цветам, а по листьям. И самое главное, что надо беречь от вредителей. Главный враг кроссандры – это белокрылка, поэтому делаем профилактические опрыскивания и пролив, то есть достаточно актары или тепеки. Это у нас потом грунтовидную кулечку кроссандра. Кроссандра был греческий сезон, там эксюзен прав, греческий сезон, который был эфек, она бахрама был. Был уже кроссандра джакши, гунтиен, ачик, дедер туршкерек, сугарганы, был деген, умеренный полифтей, был деген, турбаганда, толка, турка, петпешкерек, брок, үстін-күл мұншалық, дашоқ мұншалық айтып, ұшыншаққа чейін құрғаш керек. Үмеріне қалып айтылады, это материкспедитесі сложно. А бүйінді айвай жақшы көріп, бірақ прима жайындағы қақшыған күнін сапташ керек. Топырағы жеңіл болш керек. Жеңіл топырақ, ол топырақ отырылбайыз. Ең жақшы болған ол терлет көрсі оңыз жақшы болып. Терлеттер топырағы айвай жақшы болып. Дағы айта тұрған нәрсе, бұл суны чашып тұршыңыз керек. Суны көбірек чашып тұрсаңыз, бұлға деген жұмышты арғайсы паразиттер азырақ отырады. Ошаменен сіз профилактикалық ласанын, актараменен, уақ-уағыменен профилактикалық қойсаңыз, белокрылка және башқа паразиттерден өзін сақтайды. Мен жұмын өлістері, чөмдіңді. Всем вашим растениям хорошего фотосинтеза и пышного цветения. Жашыл өсімдіктердің барына жақсы фотосинтез, жаңа жақсы гүлдеп, сөйтіп қуантып тұрсын.